Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. О, всем привет! Как связь? Нифига себе. Всех рад видеть вообще. Как я по вам скучал. Ничего себе, привет, парни. Такое ощущение, что на концерт уже люди приходят. Связь заебись. Индос, братка. Аркевич Максим, Бурзик, Влад Рекаев, Раменская здесь, все здесь. Парни вообще красавцы. От души, что собрались. Музыка не обламывает? Во, отлично. Я здесь просто в необычном месте оказался, поэтому пока ждал, развлекался музоном. Всем привет, привет. Рад вас очень видеть всех. Ничего себе, сколько вас. Очень много людей. Я скучал по вам, 100 лет не виделись. 31-й прайд в деле, отлично. Салихард здесь, все здесь походу. С Рустом не общаемся очень давно. С Димоном общаемся, будем дальше. Димон, вообще красава, Димон, машина. Да, нужно было сделать этот эфир. Вообще, такого опыта даже красное дерево свои... О, блин, надо это снять. Ключ висит. Чтобы вы понимали, я в лесу. Такая, в общем, тема. Великий Новгород, Шилом, нет, не общаемся. В какой-то момент перестали, и все. Ступино здесь. Да, концерт будет 9 ноября. Вот. И будет новое. Наверное, все хотят узнать про то, будем ли мы двигаться дальше, какие новости по творчеству. Вот я вижу. Братка, вообще привет, очень рад тебя видеть. Вадим Курнули на связи. Вот, в общем, с творчеством ситуация такая. Миша снова в деле. И мы снова делаем. Вот, в работе есть треки. Сестренка, люблю тебя. В работе есть треки. На самом деле около 8 уже. Я даже не ожидал. Многие думают, наверное, что все эти годы я что-то писал, хотя бы какие-то есть наработки, но нет, этого нету. Не было до того момента, пока я не решил, что снова будем в деле. Я просто не знал, даже и не мог предположить, что столько людей интересуется. И сейчас я хотел рассказать или читать, это будет. Да ну и новый, и старый формат. Я не знаю, как это будет, по-разному. Да, помню. Стагила, привет. Все понятно. Так, ну, куда пропадали и как вообще все было, лучше из треков все это узнать. Это очень долгий разговор, здесь не хватит времени. Блин, как я рад вас всех видеть.
Первый раз вообще в такой штуке участвую. Как вы видели, Инстаграма красного дерева не было, теперь есть. Все правильно говоришь, лучше поздно, чем никогда. И старый, и новый будет формат, это КД, он сам по себе двигается, я не контролирую процесс. Если 16 тонн будет маловат, сделаем больше. Да, ништяк. В Питер, да, собираемся с Димоном, МС-1.8, Виндос, если потянется, будет круто. Вот сейчас ведем переговоры как раз по Питеру. Скоро будет материал, скоро выложим трек, который я хочу, чтобы вы услышали первый. Вот. На него также видос будем снимать. В общем, будет движуха, будет жизнь. Так и есть. Сейчас. Очень приятно, что вообще вы помните о том, что мы делали. Я очень удивлен. В связи с этим просто нужно делать. И душа болит, реально хочется. Хочется и... очень. Вот, поэтому скоро все будет. Да, поймал это дело такое. С удовольствием приехал бы в Киев, но ситуация как-то, что с творчеством. Был перерыв и никаких концертов не было. С Германии привет, мы выступали там, помню. Да и синглы будут. Блин, готовим. Я на самом деле, когда начал писать, не так давно, вот, то понял, что на самом деле и альбом, он вот-вот, он есть, он как бы у меня в душе, и он почти уже есть даже на записи. Тоже. Да, все правильно говоришь. Вот трек со сторисом, ну тоже будет, да, тоже будет, попал туда. Ну, так, не пропадаю с Рустом. Мы общаемся, разошлись и творчески, и такие пути. Я двигаюсь с теми, с кем, не знаю, близко по духу сейчас и в данный момент. Как-то разошлись пути и творчески тоже. Ну, это ничего не меняет, жизнь продолжается. Совместки будут с кем, не знаю точно, надеюсь, Трутнем будет, вот, потом, да пока еще нету даже такого в планах, надеюсь, с пацанами застелим, вот, как, надеюсь, с кем-то будут. 25-17, красавцы, уважаю, знаю давно. Сынок в порядке, спасибо. Да, это интересно. С хаски, это круто. Хаски уважаю, красавец. Так, с разных активов Мияги. Ну, есть темы, слышал тоже, молодцы. Вообще, не только МС, перестали общаться. Давно не видел, как ты. Честно, не очень знаком с творчеством. Ваше, ну, нормально, отношусь хорошо. Все, ну, в целом, не общались, не знакомы. В Нижнем был, с удовольствием еще приеду, с удовольствием. Да, Вадим Курнули всегда с нами, будет, конечно, на концерте, никогда не расстаемся, брат. Нет, это понятно, каких это нет. Мой дом по-прежнему сцена, именно поэтому я здесь. Тут ничего не скажешь, ребята, просто... Ситуация в жизни складывается по-разному, вы все знаете, что жизнь это такая вещь, она непредсказуема. Вот в связи с этим, нет объяснения некоторым вещам. Я сейчас в лесу недалеко, под Москвой, где часто двигаюсь. Курнули здесь, вы сами видите. 1.8. Е-бой. Да будет тур, я надеюсь. Я просто, ну, мы не двигались, ничего не писали. Вы поймите, как бы у каждого свой жизненный план.
У каждого свое предназначение. Иногда я выбираю другой путь, и каждый из вас. Поэтому я очень по вам скучал, поверьте. Мне очень не хватало. Даже когда я поднялся на сцену с Илюхой на последнем концерте. Да, это было сильно ярко. Когда мы закончили выступать, я еще наушник не втыкал в ухо. Да, я даже проорал над этим там. Да, ВКонтакте уже тоже есть. В новой школе отношусь нормально, слушаю. Смотря какой. Душевное по-разному. Это очень долгий разговор. Привет, привет. Да, спасибо. Еще делаем. Трюхи делаем. Метро с 10 по 11. Нет, не мог. Блин, так не спускаюсь. С того времени. Точно. Как там МСЛ вообще красавец. МСЛ, насколько я понял, наши в Штатах недавно списывались. Мутная жизнь, длинный путь, не глядя в глаза. Спасибо, да, вернулся. Отель слышал, красавец. Фортун мастер с Урала, ништяк, и вам туда, ребята. Привет из Минска. Машина разная. Смысл обсуждать тачки. Я как бы любимая марка, на которую душа у меня больше всего лежит, это Финик, поэтому. Да, ну, как уже говорил, никогда не был зожником, не буду и противлюсь каким-то ярлыкам. С Рыбинска, респект, ништяк. Саня, общаемся. Совместку, я думаю, сделаем. Вот, кстати. Очень ждем. Так, Сискун. Сискун, не знаю, кто это. Салют, Мишань. Когда треки ждать? Угу. Да, наверное, оставим записать. Я не знаю, если получится, потому что я первый раз вообще это делаю. Надеюсь, что будем часто видеться. Буду в Краснодаре. Да, я выйду, конечно, со старым материалом тоже. И новый будет, его будет, я думаю, много к ноябрю. Вот, но старый материал. Да вообще с последним альбомом я всего два раза выступил. В Москве вообще один раз. Один раз в Питере, еще раз, два, и все. Поэтому Соломули тоже. Да, да, да. Ну все, не общаемся, как уже говорил. Так бы, наверное, записали. С Рустом тоже не общаемся. Ну, развели нас жизни. С Антохой МС не общаемся, как говорил, все. Что там еще? С Мачетом не знаком. Вот все, всех порвешь. Не знаю, об этом не думал. Да, материала до выступления будет много. Я не удержусь, я думаю. И как только сейчас будет готово, один трек уже, наверное, на мастере сведения. И, в принципе. Когда я понял, что, блин, столько людей интересуется творчеством, то пишу я вообще исключительно для себя и вас, и поэтому сам я уже готов все, что сделал, отдать. Поэтому с удовольствием с вами поделюсь. И лирика, и гэнгста. Да, с рядом знакомы, творчество. Ну, порядок я такой, конечно, не слушаю, но в целом. Здесь только не летают уже. Кстати, мерч, да, ожидается уже сейчас в разработке. Новый лого, новый стайлак. Вообще будет прикольно. Будет шапки, кепки, чехлы всякие, все подряд. Да, дело там даже не в том, чтобы, да, поднимать. Я просто хочу это в массы. И все. Будет реализована куча идей. Человек, наш брат-то работает. Держись. В общем, вот. Все будет, вообще все будет. Скоро будет. Есть еще несколько футболок старых, вообще эксклюзив. Я их скоро разыграю.
Вот в эту субботу разыграем два билета на концерт «Отчаянные бега». Приходите, поддержите, побегаем. Не знаю, возможно, может быть, Илюха даст людям попрыгать на моих прыгалках. Кто больше попрыгает, я не знаю, что он придумает в этот раз. Вот, в целом, все будет. Я понял, как это вам нужно, поэтому все сделаю. Кратчайший срок. Вот, что касается... Что еще там? Кидок продакшн, жив всегда. Я тоже скачал, блин. Есть старые, у людей еще остались. На Сахалине читали. Блин, вообще душняк, очень крутое место. Спасибо от души. Спасибо, спасибо, спасибо. Еще как я рад всех вас видеть. О, так, Сипси. Знакомый по телефону, пока еще не виделись. К Версусу не отношусь никак. Мне не нравится, когда люди друг друга так обсирают и после этого не бьют лицо. Странно это просто. Подрались бы хоть в конце, тогда бы уважительно относился. Удачи, в студии всегда нужна удача. Тамбов качает. Да, я понял, не буду пропадать. Сам в шоке. Ну, точнее, как не буду. Зачем зарекаться? Тоже рад всех видеть. Блин, 7-8, конечно, знаком. Как я могу не знаком быть? Брат. Я очень грустил, когда не делал. Это трудно объяснить. У каждого есть свое предназначение. Я не могу сказать, что мое это именно творчество и читать. Ну, душа просит. Вот. Поэтому я очень рад вас всех видеть. Мы сделаем еще дела с вами по-любому. Вот. Футболки я разыграю. 5000 подписчик оказался очень человек издалека, поэтому он получит только футболку, он сам просил. А 5000 первый. Ник у него хохол, какие-то цифры, но я его выложу. Я ему отдам билет. Билет у меня уже. Вот. Что там еще? Да. Попало, наверное. Русские идут. Огонь. Альбомов, я не знаю, сколько получится в жизни, сколько времени отмерено нам, как вообще все будет. Еще. Чтобы вы понимали, вообще прикололись, я с квадрика веду вообще трансляцию. Здесь оказался интернет лучше. Поэтому здесь немного удобно. Хотя нет, почему? Даже удобно. С вами везде, парни, удобно. Да, иногда я прикалываюсь. Количество людей 228. Интересно. Так, салам из Астаны, привет из Сибири. Где пропадал так долго? Блин, это очень долгий вопрос. Есть альбомы на дисках. Кстати, диски тоже отпечатают. 500 первого альбома, 500 второго. Покидаю их, подпишу вас там на концерте. Все для вас. В тени политики никогда и не были. Не на оке. Битло закинуть на почту. Почта есть. Сторис. Блин, скажем, сторис. Как она называется? Ну, поняли, там где-то написано. Красное дерево собака mail.ru. Надеюсь.
Заметил. Можаясь, жги, Мишаня, вожух из Луганска, всех обнимаю. Ни в коем разе. Нова 22. Мишаня, приезжай, Дзержинский. Да, 6-й отряд, Царство Небесное, как вы помните. Все кто-то не знает. Арбас. Ооо! Берсерк. Залью, по-любому залью. Из Харькова, тоже в Харьков привет, читали там от души, парни. К нынешнему рэпу отношусь в порядке. Выступал в WFL, выступал, это моя кореша. Новый крючок будет 9.1.1, конечно, и не один, будет немного крючков. Они будут качать, они будут качать. Треки скоро, есть ВК. Помню, знаю, очень хороший трек, главные вещи, тоже нравится мне. Привет, братка, привет. Рад видеть. Дига норм. Так, помни, бомба. Маленький краснодеревщик растет. Растет, парни. Огнено. Не знаю, что это. Экшн Бронсон, да, да. Вот тут в лесу экшн. Ух ты. Лесной экшн, да. Бородатый дядька. Сейчас сделаю потише. Да, даже так, ничего себе. Вот это сила, все. Да, будем творить. Будем, будем. Привет из Челябинска. Бегаем 5 километров в субботу. Да, слышно, если плохо еще. Да, будем почаще проводить. Вы видите, вот, новинку для нас. И новое, и старое будет. Новое, и старое. Главное, что будет. Потому что я, честно могу сказать, месяца там три назад я вообще еще сам не думал, что что-то будет. Поэтому просто это все было где-то внутри. Эфир следующий. Да если я буду выходить, я просто буду делать пост. И все, чтобы люди собирались. В Ростов был, буду и везде. Как вообще всегда. Звук отстает, бывает такое. На студии тоже замутим эфир. Кроме музыки, да всем подряд занимаемся. Все, что может принести пользу и удовольствие. Мне, семье, близким. И вам рекомендую тем же самым заниматься. Не стоит все время свою жизнь тратить, менять просто тупо время на бабки. Это грустно. С многоточия ничего записывать не будем. Ну, про то, что как вернулся, говорил. Души Илюхи респект. Он потянул на концерт. Вот. И рассказал, что вот есть Инстаграм, можно его завести. Завести как собаку. Вот. И это как-то сам удивился, что люди потянулись, это основное было, и все подумали, что, наверное, я все 7 лет что-то делал, и сейчас я бахну в Инстаграме, все, Миха вернулся, вот. На самом деле все было немного не так. На этом концерте, не знаю, как-то мне жизнь очень сильно в разные стороны уводила. В последнее время и были такие ситуации. Да, это первый эфир. Первый эфир в жизни. Никаких интервью и так далее, красное дерево. Это всегда было как-то. Без этого, в общем, обходилось. Немецкий, да, бывает, румынский, не слышал. 2017 красавцы. Меня это не остановит, уже в прошлом, старое такое, не будем писать. М-м-м,
занимаемся всем, чем можно. Хорошим. На Версус никогда не хотел бы сходить. Так. Совместки, я говорил, я просто не совсем сейчас понимаю еще, как, с кем и что. Так, я не знаю, какие монстры летают. Мне не грустно, просто я на самом деле волновался перед этим эфиром, не знал вообще, что это такое. У меня было ощущение, что с экрана кто-то должен мне вопросы задавать. И вот так говорить, Мишань, Мишань, все время. А здесь просто текст. И мне приходится и читать, и а мне хотелось бы кого-то увидеть, но здесь никого нет, только текст. Олег, от души, брат. Знаешь. Где был все это время, я не смогу написать здесь. Здесь очень долго все это. Где только не был. Патриотизм у нас сердце мы сделаем, парни. На природе все время стараюсь быть как можно чаще. Да. Ничего себе. Жди меня прям, да. Спасибо. Да, Кидок недавно тоже послушал. Был под впечатлением. Так, перед концертом всегда волнуюсь очень, даже вот перед этим эфиром. Я сейчас вот еще понимаю, что здесь 212 человек вот сейчас смотрят. Мне очень приятно. Я каждому из вас руку жму вообще. Это по-любому серьезные люди, все просто близкие по духу. Увидимся еще, будем видеться чаще. На душе. Да. Не могу быть толстым. Не позволяет понятия. Кузьминки ликуют. Походу ликуют каждую субботу, когда я бегу там. Добро, все сделаем. А как ты? А, тут можно пальцем вот так вот вниз и смотреть, что раньше было. Ёлки-палы, а я... Будем надеяться. И тут изменил, даже Инстаграм установил. Да я из-за вас сам Инстаграм установил, поймите. Это вообще просто история. КД это... Да вы знаете, что я вам буду рассказывать? Все, вот оно. Все ради тех, кто с это слушает. Никогда это не было ради чего. Монага не виски по-любому. Причем я не знаю, что даже вреднее. Не будем здесь спорить. И... Так. Дед осваивает инстаграм. На самом деле прикол. Так и было, да. Я вам скажу, дед не просто осваивает инсту, он еще спичками пользуется. Это вообще, бля. С идиотом контактируем. Ну, блин, я не читаю. Первый раз, может, я неправильно как-то эфир веду. Ладно. Надо как надо читать. Спасибо за трансляцию. При этом. И вам спасибо. Когда новые треки альбома. Сказала. Так что? Дед Миша, привет из Кишинева. О, нифига, был там тоже круто. Почему ты в Гуччи как Тимичи? Он не Гуччи. Да. Понятно. Так, блин, не Михаил Горячев. Скорее нет, чем да. Ноль второго. Одиннадцатого.
Не, алкоголь вообще. Да, за здоровый образ жизни. Никогда не жил в Кузьминках. Да. Да по-разному вообще. Всегда вообще по-разному. Обнинск. Я тоже часто бываю там и сейчас. Походу люди не разойдутся, пока мобилы не сядут. Да это круто вообще. Я вам скажу так, в лесу я здесь с зарядкой, со всеми темами у меня набито все сзади, поэтому надолго мобила не сядет, поверьте. Я никогда не выезжаю, чтобы у меня не было с собой столько, чтобы у пацанов мобилу всех не сел, чтобы еда не закончилась. Не зря говорил, король дому кроет. Когда будет, как будет альбом называться? Блин, да я не знаю. Забиваюсь у Димона сейчас. Димон, если ты слышишь, мы что-то давно не виделись. Так. Не, да и вы не сядете никогда. Я знаю, о чем. В смысле, мы все не сядем. Не, какие строки? Скоро все будет. Скоро будет. Вчера очень много работали с Димоном. Димон машина. Это жизненный совет. Пессимизм гнать подальше. Вот этого мне не хватает иногда. Я могу помочь, наверное, кому-то с этим, но себе мне сложнее. Поэтому оберегайте близких, не падайте духом. Это самый главный совет. Близкими будьте аккуратны, будьте чуткими и все. Поддерживайте друг друга. Вместе можно многое сделать. Вот и последнее время моей жизни это подтверждение. А парень я не маленький, поэтому вы верьте, опыт большой. Не добился в музыке, конечно, чего хотел. Что ты скажешь? Я надеюсь, добьемся. Согласен. О, Илюха Красава тоже меня поддерживает. И словом, и делом. Здесь много людей, которые говорят, ну, пишут комментарии. Я читаю и некоторых узнаю. Мы видимся очень часто. Эти люди тоже со мной в деле. Они помогают мне в разных моментах. Не всегда эти моменты бывают позитивными. Но нормальные люди... И в беде, и в радости, вы знаете все. Просто нужно держаться вместе. Привет. Да, не стал, я всегда был семейный. На, Слава. С удовольствием, брат. Русские идут, нет, не под гитару. Сбор на выпуск альбома, нет, не хочу создать. Сами справимся. Не люблю, когда люди что-то выпрашивают, мне вообще это странно. Держать, что-то там положить. Сами должны вывозить. Пацаны, потому что вообще ребята. Должны быть яйца. Мы сами вывезем, я думаю. Блин, на самом деле не узнают на улицах. Тут кто-то задал вопрос, я вообще прикол расскажу. Я пришел как-то в кино с сыном, и просто меня узнал парень, который билеты продает. И он просто не позволил мне войти за билеты, как я ему деньги не пихал. И он провел меня с сыном бесплатно. И вот с этого момента сын начал догадываться, да, что что-то было раньше. А так в целом, не, были, конечно, пару курьезных моментов, но нет, это не такое творчество, чтобы вы думали, что там все узнают на улицах, не было вообще никаких болезней звездных и так далее, мы идем в другой жизни вообще, живем, и чем меньше узнавали,
тем было лучше всегда. Никогда не стремились к этому. Именно поэтому никаких фото и видео не нужно было, потому что основные заработки как бы не совсем были связаны даже сказать со сценой и вообще. Поэтому вообще узнавание — это не наш конек. Бурятии респект. И вам респект. После перегрузок горло болит. Я не понимаю, о чем это. С Иркутска привет, Сибирь зовет. С Шамой не знаком. С кем говорить о туристе по городам? Ну, кое-что указал в Инстаграме. Туда пишите. Райдер готов как раз. Ну, все, это после осени все концерты. Потому что, ну, не хочется со старым материалом ездить. Хоть он для меня и не стал старым, потому что я с ним не выступал. Но, тем не менее, мне хочется, чтобы новые песни были. Самому интереснее. Сейчас, ребята, реально заряд посадите. Надо подключить. Секунду. Все. А? Все работает. Работает. Вообще год страшных потерь. Сейчас. Иванова здесь. Футбол относится. Да, в порядке. Ну, ни за кого не гоняю, не смотрю, ничего. Взорвем танцпол по-любому. Кто-то взял, он в поле поставили дома в моем любимом. Это он. Ладно. Здоровье поддерживаем. Я занимаюсь часто, на самом деле. И вам рекомендую. Сутричка, турник, отжимания, потянуться. Прыгалки, в субботу с пацанами пробежать пару дней, на лапах поработать с братом. Антоха, люблю тебя. Ну, мешочку побить. И так всегда-всегда держать себя в форме. Мало ли что случится. Я сыну всегда говорю, чтобы догнать и это, поздороваться. И мало ли вдруг там. В общем, нужно иметь возможность что-то руками осилить. Как ошибается кидок, но это не здесь, не знаю. Привет из Караганды, тоже всем привет. Ерпиха, да. Да нет, это не река шумит, это здесь какой-то беспредел происходит. Да, все сделаем в следующий раз. Бабурова, виделись тоже недавно. Но это не здесь. Так, сядь обратно, виснет. Все, я понял. Здесь просто не стоит больше телефон, потому что в нем вставлен провод. Да. Сын увлекается рэпом. Получается так. На самом деле, сын зачитает на альбоме, но он уже взрослый для этого, в принципе, что. Тяну число отрядов. Царство небесное, он только погиб.
Да, это тоже долгий прикол. Тоже долгий очень, очень долгий разговор. Не хотел бы, да, давай тоже почти не здесь. Лет вообще много. Не взрослые парни, поэтому я говорю, прислушиваться лучше. На квадрике связь лучше, это круто. Так. Со Смоки знакомились как-то один раз, поэтому не знаю, будем делать, сейчас не знаю. Кого-нибудь посоветовать из иностранного, не знаю, название могу запомнить, но плейлист был 4000 треков. В 9-м, по-моему, да, был Челнок, может быть, такой. На Кофемолке уже видно, может быть, в этом году как раз. Сам слушаю, дурак слушаю, что? Ну, счастливо. Зодиак поступил. Как ты говорил. Из русского, да, особо ничего. Никого по группе. Так. Идут и должен быть на альбоме. Сын треки будет. С Васей как-то один раз, да, познакомились, какое-то творчество. Да, хорошо очень. Это человек, молодец, парень. Цели. Цели. Цели есть. Мечты есть. Не стоит о них просто говорить. Не как и бабки любят тишину. Зачем? В смысле? Не достигну и. Для себя же все равно. И погибнет. Курмур и ментруха всегда он везде. Ментруха на альбоме будет. Нет, Фьюза не слышал. Крайний, первый никакой. Какой-то, может, крэк слышал. Нормальный был. Челны очень крутой город, да. Стремиться к душевному равновесию нужно, и все. Наверное, так. И к тому, чтобы увидеть, как дети станут достойными людьми. Наверное, так. Пока. Так. Мне девушка, у меня жена, моя любимая, единственная. Так, потом рак не думал, уже сказал. Ну, треком. Кино я редко смотрю, у меня нет возможности что-то в последнее время отвлекаться на все это. Так, спит незнаком. С красным деревом работал, да. Тоже одна. Привет с Урала. В общем, как-то так, парни. Будет. Главное, что все будет. Главное, что вы есть, и мы есть, и мы двигаемся. С того, что вы пишете, я понял, что нам обоим это нужно. Вам она. Поэтому будем делать, да уже многое сделано на самом деле. Все будет в порядке. Скоро будет и мерч, и все, и треки, и клипы. Капу, когда ты слышал? Не помню.
Ништяк. Ой, чуть не понажал. Что делать? Сибирь, привет. Ну, в общем, рад был вас всех видеть. Что это за кнопка? Ну как так получилось? А, все. Все, понял. В общем, вот, я вас обнимаю. Спасибо, что вы есть. Мы больше останавливаться, надеюсь, не будем. Ну, если только, наверное, уже совсем и не зависящим от нас причинам. А так, в целом, вместе всегда, на связи. Я вас обнимаю. Гена опять тебя увидел. Скоро будут треки. Вы знаете, где меня искать теперь. Обнял. 31-й проект.